Современный архитектурный облик, необычный дизайн фасадов и яркие краски – это фирменный стиль компании «Крост». Концепцию круглого метра, которой придерживается застройщик во всех своих жилых комплексах, «Крост» воплотил в очередном проекте. Новая звезда строится в поселке Газопровод рядом с коммунаркой. Все очень эффектно выглядит изнутри, но на новую звезду, я думаю, стоит посмотреть все-таки с высоты. Полетели! Жилой комплекс строится в три очереди, четыре корпуса уже полностью готовы, еще два ожидают ввода в эксплуатацию, а седьмой, восьмой корпуса сейчас на этапе строительства и, как видим, у них высокая степень готовности. Добраться до звезды просто. Для автомобилистов уже готово обновленное Калужское шоссе и скоростная магистраль от Коммунарки до Южного Бутова. Также транспортную доступность новостроя значительно улучшит несколько новых станций метро. Локация у нас выделена очень удобно. Мы находимся в 4,5 километрах от МКАДа. Уже открыта станция метро. Расположение 1800 метров. И на сегодняшний день строится новая дорога, отдельный проезд фактически от МКАДа до аэропорта Астафьева, который тоже достаточно сильно улучшит транспортное сообщение. Территория новой звезды занимает порядка 25 гектаров, и это не только квадратные метры квартир. По задумке застройщика, все, что окружает жителей, должно приносить пользу. Каждый двор в жилом комплексе наполнен смыслом. Здесь есть все для отдыха, развлечений, эстетического наслаждения и обучения. Прогулка в таком дворе скучной не будет. Здесь очень много детских площадок и всевозможных арт-объектов, например, вот этот глобус. Путешествие по миру в собственном дворе. Хотите на Северный полюс, хотите в Южную Америку. Это вам ничего не напоминает? Если вы хоть раз бывали на Триумфальной площади, то наверняка стояли в очереди, чтобы покататься вот на такой качели. Это не точная копия, не реплика. Дело в том, что качели и на Триумфальной площади, и в этом жилом комплексе созданы одним и тем же застройщиком. Особый шарм всей территории придает холмистый рельеф ландшафта. Застройщик намеренно не стал выравнивать площадку. Во-первых, это красиво и дает возможность ландшафтным дизайнерам воплотить свои самые смелые идеи. Во-вторых, практично. Во время дождей вода не застаивается во дворах, а стекает по уклонам в водозаборники. Лично я не видела еще ни одного жилого комплекса с такими дворами. Ландшафтный дизайн здесь просто что-то невероятное. Собственный лес в 3 метрах от подъезда. Благоустройством комплекса занимается ландшафтный трест компании. И все эти деревья выращены в собственных питомниках Московской области. Здесь, начиная от кустарников, хвойные непосредственно, лиственные деревья. Есть очень красивый здесь у нас фиолетовый клен стоит. Очень редкое такое дерево, которое можно увидеть в Москве. Есть, ну, практически все. Даже непосредственно такие декоративные туи стоят. Все это... в большом количестве. На сегодняшний день благоустроена у нас территория только между первыми 4 домами, да, но это где-то около 1/5 части территории. Вы обратили внимание? Ни одного автомобиля во дворе. Концепция «двор без машин» – это еще один приятный бонус от застройщика. Оставить свой автомобиль можно будет рядом с 6-м корпусом. Здесь уже готов подземный паркинг. Давайте посмотрим. Как видим, 100% готовность. Весь паркинг рассчитан на 140 машиномест. Есть отдельные кладовые для жителей, а сами парковочные места распределены на индивидуальные и семейные. Подъехать на автомобиле к подъезду можно с внешней стороны дома. Это удобно и для ведения бизнеса. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения. Предприниматель – это неотъемлемая часть таких комплексных освоений, естественно. Поэтому здесь предусмотрено достаточно большое количество коммерческих помещений. Площади у нас варьируются в среднем, начиная от 36 квадратных метров и достигают там в пределах 300. Это уже зависит от того, какого формата, да, помещение кто рассматривает. Сейчас на территории уже открыто и полноценно работают несколько магазинов и студия для занятий йогой. В будущем спектр коммерческих услуг увеличится, появятся и социальные объекты. На территории жилого комплекса уже построена своя школа для 1100 учеников. Это современные классы, оснащенные по полной программе, медицинский блок, спортивные и актовые залы, музыкальные и творческие студии. В школе появится даже свой собственный медиа-центр. Более того, рядом с комплексом уже работает несколько спортивно-оздоровительных центров, фитнес-клуб, частный английский детский сад и поликлиника. Мы сейчас вошли в подъезд с внешней стороны дома. Первое, что бросается в глаза – отделка. Это авторская работа. Особенно меня впечатляет вот эта венецианская штукатурка. С обеих сторон видим почтовые ящики. Они интегрированы в очень эффектные ниши. Идем дальше.
В доме 24 этажа. Пожалуйста, в распоряжении жителей сразу 4 лифта. Но и это еще не все. Слева от меня находится огромная кладовая. Здесь можно оставить коляски, велосипеды, самокаты, в общем, любые вещи. Помещение под охраной видеонаблюдения. А по правую руку, как я понимаю, выход на лестницу. В этом огромном холле будет помещение для консьержа. И обратите внимание, все подъезды сквозные. В проекте представлены компактные студии, комфортное жилье с одной, двумя и тремя комнатами. В каждом помещении большие окна с двойными стеклопакетами. А это значит много естественного освещения и ощущение простора. Причастовая отделка White Box, свободная планировка и возможность объединения квартир. Так выглядит недвижимость на этапе покупки. В данном случае мы с вами находимся в двухкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров. Здесь две комнаты и изолированная кухня. Собственно, вариаций по планировкам в наших домах достаточно много. Начинаются они площадями от 27 квадратных метров. И в целом у нас есть даже возможность объединения двух нескольких квартир в одну большую, то есть там в рамках 140 квадратных метров. Во всех квартирах есть стяжка пола, выполняется выравнивание и подготовка под покраску потолков и стен, также предусмотрен монтаж электропроводки и других инженерных коммуникаций. Во всех секциях предлагается жилье с финишной чистовой отделкой под ключ по дизайн-проектам застройщика. Но так или иначе, выбор всегда остается за покупателем.